Ой-ой-ой, куда ж ты едешь, а? Я должен приехать первым сегодня. Давай, БМВ, выручай, Нитро, вперед! Ах ты, корвет меня обогнал, мы сейчас ему покажем. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, ребятки, с вами Юра, и мы играем в Need for Speed, поехали! Воу-воу-воу, давай-давай, ой-ой-ой, ребятки, в дерево чуть не снес, ребятки, мой капот дерева. Ребятки, посмотрите, какая у нас бэшечка, и это просто замечательно, посмотрите, какая красавица. Вах-вах-вах-вах-вах, да что ж ты будешь делать, давай, погнал вперед. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как я так мог сложать, а, ребятки? Такая точила у нас крутая, и мы ее с вами попросту... разбили. О, вот кто-то врезался на Mitsubishi Lancer, и мы его с удовольствием, ребяточки, обогнали. И это просто замечательно. Так, нам надо приехать, самое главное, не последним. Так, давай-давай, ой-ой, тихо, в бетономешалку. Чуть не врезались в бетономешалку. Ты что, хочешь меня обогнать? Ага, не выйдет. Не выйдет, у меня тачка покруче. Ого, ребятки, вы видели, я чуть лобового столкновения не было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а вот и оно. И в бетономешалку, и во всех. Так, так, ребятки, надо обогнать этот автомобиль салатовый, который меня обошел. Я не знаю, что там, но надо его, ребяточки, обогнать. Ой-ой-ой, ребята, хух, вы видели, вот это я дал. Ой-ой-ой, тихонечко, поехали. Так, отлично, просто супер. Поворот, хорошо, замечательно. Ой-ой-ой, поворачивайте, ой-ой-ой-ой. Так, нам надо самое главное, ребятки, прийти к финишу как можно скорее. Уже скоро я доеду, да что ж у вас... Откуда столько много трафика здесь берется, ребятки? Реально не могу доехать до конца. Так, здесь Porsche. Надо его, ребятки, обогнать. Или Nissan 350Z. Что это такое, а? Наверное, Nissan. И он довольно-таки, ребятки, быстро несется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что ж творится-то, а? Вау, 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 вау. Да что ж ты будешь делать? Что-то сегодня мне вообще не везет, ребятки. В этих гонках. Куда ты прешь? Ну, я не знаю, а. Третье место, ребятки. Я все-таки успел обогнать эту салатовую машину, ребяточки. Но нет. Начинать сначала. Внимание, я замечен противник, ребятки. Где-то полиция пытается меня найти. Да давай, едь уже, буксуешь ты. Опа, а вот и полиция, ребятки. Это сильнейшие ФБР-копы. Давайте его разбивать будем, наверное. Он и не думает тормозить. Конечно же, я не думаю тормозить. Ребятки, посмотрите, давайте в угол этого полицейского зажмем, чтобы он попросту
разбился. Потому что мне надоело с ним уже ездить. А вот и второй полицейский. Вы что, решили на меня целую облаву, что ли, настроить-то? А мы все равно от них уйдем, ребятки. Смотрите. Смотрите, как красиво мы от них сейчас удерем-то. Вах. Ребята, меня арестовали, я-то думал смогу от них избавиться, но меня все-таки арестовали, ребят, вы представляете? Вау, вот посмотрите, меня схватили. Вот это да, вот это, конечно, серьезно. Так, ребяточки, как же быть, а? Жетон, конечно, давайте потратим. Так, походу вот эта черная BMW и то была, ребятки, намного лучше. Давайте лучше ее возьмем и возглавим черный список. И выберем какого-то гонщика, немножко такого рационального. Вот такого, например. Вот такого. Так, погнали. Что здесь нам в этой гонке надо будет делать? Ого, ребятки, тут точилы довольно-таки крутые. Давай. Газу. Отлично, ребят. О. Ну, вот эта BMW куда лучше едет, ребята. И в поворотах лучше намного. Сразу видно, ребятки, где машина лучше. Прошлая BMW не так хорошо ехала, как эта, ребят. Это намного лучше. Вау. Ого, вы видели это? Вот это да, ребята. Это в действительности было круто. Ого. Ну вы даете. Давай. Нитро. Мы должны приехать первыми. Как ни крути, ребятки, но мы должны приехать первыми. Ой-ой-ой, куда ж ты едешь, а? Я должен приехать первым сегодня. Давай, BMW, выручай. Нитро, вперед. Ах ты, корвет меня обогнал. Мы сейчас ему покажем. Вот так вот, отлично. Я думаю, что BMW у нас, ребятки, будет это на все случаи жизни. Она реально очень крутая. Сейчас уже финиш будет, а я до сих пор не первый. Отлично, ребяточки, отлично. Я приехал первый, ребята. О, это еще второй круг. Я думал, один круг. И меня сразу же обогнали. Ничего, сейчас мы их догоним. А я думал, это уже конец круга, ребят, представляете? Как такое вообще может быть-то, а? Отлично. А, мы по старой натоптанной дорожке, ребят. Ох, царь, просто царь. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Поехал. Вах, красота. Вот тут и я вылетел. На дорогу, ребятки. Второй круг, ребята, из трех, три круга в общей сложности у нас. Надо быть аккуратным, потому что трафик довольно-таки серьезный, валит по встречным. А мы через завод поедем, ой-ой-ой-ой. Да, поехали мы через завод и врезались. Вообще отлично. Надо было ехать по дороге.
и не обращать ни на кого внимания. С этими скороченными путями надо их еще изучить. Вот так вот, не ожидал, что я тебя обгоню на повороте, а? И сделаю. И даже второй круг я пришел первым, ребята. Ой-ой-ой, в таксиста чуть не врезался, во второго врезался. Все-таки, ну не стоит из этого делать огромную трагедию. Надо к этому готовиться. Давай, вперед, отличненько, отлично, молодец. Молодец. Давай, газуй. Отлично, ребята. Ох. Ого, ребятки, как мы оторвались от своих соперников. Вы посмотрите, где они, а где я, ребят. Вот это я понимаю достижение. Давайте лучше поедем в объезд. Ой, ну и тут мы, ребятки, врезались в встречку. Где лучше все равно поедем в объезд завода, потому что по заводу мы не умеем ездить. Там скороченные пути. Мы их совершенно не знаем. Да что ж ты будешь делать, ребятки, как всегда. На последнем круге какой-то Вася, да и встретится мне. Так. Вау. Ах ты, корвет розовый. Там девчонка, небось, в нем сидит. Нам надо ее обогнать. Вау, готовы? Вы готовы к этому? Ха-ха. Ой-ой-ой, давай, нитро, отличненько, дорогие друзья. А я второй приехал, что ли? Или победа, или я все-таки приехал первый, я даже не знаю, ребятки, наверное, я все-таки первый, потому что пишет победа, и это просто, дорогие друзья, замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня играли в Need for Speed Most Wanted, вы были на канале Вечное Детство, ребятки, с вами был, как всегда, Юра, подпишитесь на мой канал и не пропускайте мои видосики, пока-пока.